Привет, друзья! Сегодня мне понадобится вот такой красивый, с мясными прослойками, свежий кусочек сала. Еще для этого рецепта я возьму лавровый лист, горчицу, черный перец горошком, кориандр, соль и чеснок. Сначала разберусь с чесноком. Разрежу его на четвертинки и удалю зеленый росток. Растолку в ступке перец и кориандр и порву на мелкие кусочки сюда лавровый лист. Подготовлю фольгу. Теперь буду солить сало со всех сторон. Присыплю его приправами. Хорошенько их вотру. И весь сальный кусочек нашпигую чесноком. Осталось только сало смазать горчицей, тоже со всех сторон. Теперь этот сальный кусочек упакую в два слоя фольги и отправлю его в холодильник на ночь, пусть промаринуется. А вот на следующий день, не разворачивая сало из фольги, отправлю его в духовку на минут 40. Через 40 минут достаю, раскрываю фольгу и отправлю его опять же в духовку под верхнюю горелку на минут 15, пусть подрумянится. Теперь пусть полностью остынет и можно пробовать. Боже, как это вкусно! Если вам нравится сало в любом виде, обязательно попробуйте рецепт. Вот даю вам 100%, вы вернетесь сюда ко мне на видео и напишите в комментариях «Спасибо». На этом у меня все. Желаю всем приятного аппетита. До скорых встреч!